Так, что, все пушка готовы? Пушка на банане? Пушка? Отличная бобовая демоса прям под Саню. Погоди, отличная бобовая демоса прям под Саню. Пушка на банане? Отличная бобовая демоса прям под Саню. Скипай. Я подожди, я крип смотрю. То, что мы хотели увидеть. Он все равно скипнет. Актриса 18. Вот это моя тема. А почему ты не скипаешь, ты не читаешь даже? Я нихуя не понимаю. Я читаю так, что мне кислорода не хватает, блядь. Я же задыхаюсь нахуй. Там он имени мой рабгад может перепутать. Я жаль тебя очень. Бля, помню, как я читал, это, блядь, подтексты нахуй впадли. Кент с кнопкой. Что у тебя за кнопка, Кент? Пусть мой друг отвечает. Скипни, выберем. Можно я выберу? Можно мне? Спасибо, друг. Хочу мемы смотреть. Понятно. Мемы за 100. Закончите мем. Шоколад ни в чем не виноват, пацаны. Внутри. Да, я не помню. Тут нет. А, ну пацан к успеху шел. А, да, точно. Пацан к успеху шел. Получилось. Точняк. Блять, да, музыкальные мемы, нахуй, я ебешь, блядь. Музыкальные. О, блядь, жду. Злодеи. Злодеи за 100. О. Джокеры очень сложно было там написать. Вау. А вот тоже так долго грузилось, да? Да, у меня тоже. Да. Он, походу, он залил там по 50, блядь, мегабайт. Да. Там тяжелые картинки. Мужские персонажи аниме за 600. Понял, я даже не пробую нахуй тут. Бля, аниме... Его зовут Джоски. Это Дантис. Это Джоски. Бля, ты можешь не подсказывать тебе? Джузо. Я не могу не подсказывать. Максима же в кадре. Мужские персонажи аниме 500. Ну я это Алькору надо. Ну давай сюда. Но я не помню аниме персонажей мужских. А, женских. Помню. Бля, ну это лучший мальчик, блядь. Так это же это... Лучшая аниме-тяночка из Розера. Как же его, блядь, звали? Пацан? Конечно. Да. Блядь, а как же его звали? Ёб твою мать. Бля, ну его нет. Вот Джо-Джо там нереально, пацаны. Бля, сейчас я вспомню, погоди. Я знаю правильный ответ. Такор, не прикидывайся, даже я это отвечу, блядь. Да, блядь, чел, у меня есть ДВГ, я слова не помню. Такой корм кошачий корм есть. Такой, да. Нет, его не Феликс звали. Ответ твой какой? Не время, блядь. Ну ладно, пускай Феликс, похуй. Хорошо. Да? А почему фамилию не спросил, блядь? Потому что они душные. Бля, ну это какой-то пиздец. Но в чем прикол тогда, нахуй? О, это баскетбол. Это Куроку. Гакуин, еб. Это Гакуин, вы что, не знаете? Это Куроку, ебаный, вроде, еще. Это Гакуин, ебаный. Куроку, блядь, ебаный. Кто это, блядь? Алло, я... Это Куроку. Инсайз, блядь, не ты отвечаешь. Можно Арсений скажет? Спасибо. Я сказал уже 3 раза. Скажи еще раз, пожалуйста. Это Куроку. Нет. Блядь, жаль. Так а нахуй ты переспрашиваешь, если это не так, блядь? Это не главное. Пиздец, это что? А Куроку, бля, это нахуй его посадили герой. Туда вообще, это... блядь. Это Дайки. Дайки. А, да, я думал, это девушка. Я думал, это Найки, блядь. Найки. Нахуй вы выбираете этот раздел? Ну, это надо добить его, блядь. А картинки нет. Да есть картинка, просто хуча дает. Пиздец, блядь, 4К разрешения, блядь. Я до сих пор не загрузил. Пётр первый, блядь. Сасаки, блядь. Сасаки, блядь. Вся вот эта тема Сасаки, блядь. Разгадайте слово. Луна. Бля, я думал, залупу, блядь. Там почему-то Пеппи перечеркнуто. Да нахуй это надо? Давай, опять. Отдавай вопрос. Я считаю, объективно правильно, что аниме выбираем. Да-да, поскорее говно. Друг ведущего за 300. Вначале лучше съесть говно, а потом... Это сварщик, ебать, без масла. Бля, чел. Киригая Казута. Мазута, блядь. Какой нахуй кириг... Да. Он сказал Казута, а не Кадзута, блядь. Мазута. Блядь, чел, ты не ведущий. Чё ты вообще доебался? Какая разница, что он сказал? Свеча? Хорош. Чего, блядь? Ну, С в Е и Ча. Вопрос со ставкой. Ебаные ребусы, блядь. Номинал играет друг ведущего. Разгадай слово. Колбаса. Хорош. Неплохо. Ты шаришь за эти мемы? Я под колос, да. Я тоже. Это ребусы, а не мема, брат. Ебать. Чё это? Удачи. Бустер или лампа? Что это, блядь? Это не люстр, не лампа, это как-то по-другому. Барабаны. Я не понял, как до сих пор. Ну, вначале, видимо, какая-то штука на Б.
Бра она по-другому какая-нибудь называется, да, вот это бра, скорее всего. Так, там дохуя букв. Это, наверное, русская П, а не Г. Это пшеница. Пшеница. А я джишница. Да, я тоже джишница. Яичница, блядь. Джишница. Сложно, короче, очень сложно. Ох, блядь. Ох, блядь. Пиздец. А слове козёл нет буквы. Это куда? А кто это? Это возёл. Ебать. Это возёл. Бля, можно уже актрис нахуй 18? Ремус за 600. Конечно. Бесконечная. Лето. Вечная. А, вселенная. А, это ген. Типа. Предикт, блядь. Тут, я, блядь, ДНК вообще думаю. Там, а какие мужские персонажи аниме? Это Эрин Йегер, блядь. Ага. Это... Нет? А кто это? Армен... Ван Бюрер. Армин, блядь, Арван, блядь. А кто это, блядь? Арлет. Армлет из Дота. А, да, а Армин Арлет это главный герой? Это главный герой, да. Блядь, я думаю, что его в Ниве форсит. О, так это же это из мертвой книги. Книги из Ягами Лайт. Да сори, я не смотрел практически. Я даже не услышал нихуя, но засчитали. Не, он сказал Ягами Лайт. Не, я просто видел этого чела. Тебе не нужно слушать. Ирин Йегер говорили. Ебать. Нихуя. Назовите коктейль. Мохито. Да. Ну да. Алкоголик ебаный, блядь. А хули вы думали? Вопрос с секретом. Давай, Сеня, я готов. Давай, ну давай. Сейчас ему ёрш попадётся. Дима отвечает, да я аниме не смотрю, блядь, откуда я знаю? Очень сложно. Сухой тоник, плюс тоник, плюс слайм. Будет. Ну, блядь, джин-тоник, ёпта. Хорош. Гений. Что же это? Я по сравнению с Рикором, блядь, я посмотрел 1% от того, что он смотрел. Тем более имена запоминать. Водка, томатный сок, лимонный сок. Ну это кровавый Мэри, насколько я понимаю, потому что томатный сок только там это используется. И острый, но чуть-чуть сельдерей же пьют. Там еще и джи. Табаско там еще. Табасочка, да. Если я не ошибаюсь, блять, ну я ошибаюсь, но это черный русский? Ну я ошибаюсь. Вроде водка. Там водка, да. Irish Cream, кофейный ликер. А это все ликеры, по-моему, нет? Triple Sick. Да, ай. Кекус. Так это не коктейль, это шот, блять. Коктейли, они в длинных, больших. Ликер маракуйи, блядь. Ну, всех есть дома маракуйя, блядь. Блядь, что это такое? Кто-то на шампанское вон просил. На пляже. Звезда, да, блядь. А чё справа, блядь? А это на неё сесть надо. А ты опытный. Часто пьёшь? Да, сажусь чаще. Вопрос секретом. Да, ну держи. Ты мог себе отдать, кстати. Да пусть, но он же часто садится. Ну нахуя мне это, блядь? Вот нахуя ты это сделал? Ты сказал, что часто пьешь, блядь. Белый ром, темный ром, кокосовый это... сироп. Блядь! Ты понимаешь, у тебя 0 поинтов. Пинколада. Хорош. Хорош. Ну так, блядь. Хорош. Хорош. Охуеть. Видишь, как я в Турции пинколаду сделал? А что там было? А я тебе скажи, тоже заходишь. Так, я жму актрису, его выебали, что ли? Прячем. Прячем экраны. Прячем экраны. Турки, блядь. А что, коктейли добить не надо, блядь? Ну там инсайз отвечает. О! Так, ну это пока нормальная картинка. Ебать. Лана Дел Рей. Лана Дел Рей. Блять, а как ее? Бля. Я готов, правильно. Я готов. Скипай, я не скажу. А че? А подожди. Ты че, блять? А че спрашиваешь? Я бы ответил. Я бы тоже ответил. Он сказал Лана, я засчитал. А, ну Лана. Ну Лана. А, так это Ева. А фамилия? Эльфи. Она на меня в инстаграме подписана. Эльфа? Скажи, блять. Ева и Эльф. Это, блядь, там Айви что-то, блядь, точно есть. Не-не-не, нихуя, не? Нихуя. Не. О, спорят. Нет. Как не, что, я не помню, блядь. А. Это рэперша. Хуй знает, блядь. Рэперша. Я пытался.
Это... Это та самая. О, блядь! Ну, долго. Бетфобое. Не-не, как нахуй. Бля, нахуй ты жмешь, если ты не знаешь? Да, ты не знаешь, это все дрешево. Ебать, цари. Ладно-ладно. У него время идет, я не буду говорить, пока время. Эльзаджин, сюда, сука. А, я думал, это та из мемов. Я вспомнил. Где афроамериканцев 5 штук. Я тоже думал. Нет, это не она. Это жесткая рекордсменка, блядь. О, это я не знаю. Это, блядь, не Чечек? Может быть, кстати. Бля, это Чечек, блядь. Отвечу за инсайза. Хорош. Тут какие-то олдфажные актрисы какие-то. Дай мне. Ой. А нельзя его. А это мое, а? Не отдается. Это секретом отдается. Сейчас Саша Грей будет проверять. Чья мать? Саша Грей. Это так, опа, блядь. А я знаю, ебать. А это, наверное, с Порнхаба какая-то, да? Это... Да, да. А, ну да, я любого. Вообще не ебу этих. Я знаю, бля, можно я знаешь, Дима? Ну подскажи мне, может, а вдруг я вдруг не, знаю? Я сказать не буду, нет. Ну, может, какая-то мини-подсказку, блядь, я вдруг... 50 на 50, делим очки? Конечно. Little Resin. Да, это... Это реально она? Сейчас вам Ну все, это Little Resin. Хорошо, красава, Дима. Он не Ох уж сидеть. Этот Дима, да. Понятно, кидалово. Давай, последний вопрос, пацаны. Давай, давай. Ух, ебать. О, это же, блядь. Она русская, кстати. Но бля, снимается рыжий, не для русских. Рыжий, это Джей Лиса. О-о-о, бля, да. А что так мало-то, нахуй? Бля, пацаны, если вы шарите. Ну да, что такого? Ну кто-то забухло, кто-то за актриса. Водка, кофей. Белый русский. Да. Это он. Это он и был, правильно. Мультфильмы по эмодзи за 100. Спанч Боб. Ебать. Ебать. Так это мультсериалы, ебать. Ну, так да. Есть и мультики отдельные, чё ты. Мультфильмы по эмодзи за 200. А, ёбаный, это этот. Скуби-Ду. Точно. Я думал, охотники за привидениями. А я думаю, что там за чел такой с этим, с лупой стоит. Ну, Сеня, давай. Я готов. Давай. Это не тяжелые вопросы вроде бы. Я вам подскажу еще. Да мы тоже подскажем. Это как приручить дракона. А есть пак чисто вот по порно-актрисам, прям вот. Просто тема разделена на категории, бля. Бля, если тебе только жопу показывать, угадаешь? Жопу только? Да. Несколько могу. Я думаю, несколько смогу, на самом деле. Делайте ставки, советую делать максимально. Бахнуть, но... Да ну нахуй, я ебал. Тут может в вопросах со ставкой, это может быть что угодно. Мультфильм по эмодзи, не, ну нахуй. На... Легко досталось, легко уйдет. Я ебал бы банк. Ах ты. Он доиграет за 1800. Что это, блядь? Ну, это легко. Очень легко. Чип и Дейл. Хорош. Ага. Хорош. Там, кстати, новый мультик, говорят, что-то вышел хороший, получился. Говорят, причем... там кто-то из Чипа нарисован в 3D, кто-то да, в 2D, кстати. Да, кто-то 2D, да. Как будто я кто-то Шиза. Я смотрел неплохой. О, так это ж, блядь... Лови волну. Хуй, блядь, нажмешь. Про мультика про пингвина. Саша спросила, да, по ответам? Ой, это монстры на каникулах. О, это мы там ездили. Да. Блять, вы реально все смотрите? Да, один гость. Нереальный. И вживую их видели, грубо говоря. Да, да. Сыглым. Где актриса? О, это Турбо. Бля, Инсайз, воняешь. Смешание. Я не смотрел Турбо. Прикольный. Не, он прикольный. Я в игру на телефоне играл. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Злодеев хочу. Злодей за 200. Татар Станос. Я бы стрелял вот такое. Это Терентий. Хорошо, что ты не ведущий. Сдаюсь за 300. А это зеленый гоблин. Как его перекликивать? Я бы сейчас Гарри Осборн тоже зеленый гоблин. Да, тоже зеленый. Не Гарри, а Гэри же. Гэри. Ой, я забыл его. А это Галактус вроде бы, да? Да, бегите такой тип реально бы жил огромный нахуй. По факту жил. Охуеть. А что, такое такое есть? Че вы? О, это Doomsday.
Максима, блядь, нету, хоть поотвечать можно на такие. Ты тебя перекликаешь, даже когда знаешь, понимаешь, что дело? У меня просто медленнее загружается. А это крэнк. Сука. А я думал самого типа. Бля, графон на картинке быстрее лук грузится, сука. Так они только загружаются, я сразу нажимаю. У меня даже не загружается. Прифари, прям сейчас, прифари. У меня еще не загрузилось, хули, сори. У меня тоже не загрузилось. Сука. Ребята, картинка загрузилась. Там 4К изображение. У всех загрузилась картинка. Да. Monkey King, блядь. Это есть, так и есть, но я не помню, как его. Это Monkey. Горилла Грот. Ну да, мемы! Мемы, давай, да. Мемы. За 200. Это грустно или весело? Это? Как там, блядь? Блядь, а что ну это? Нахуй ты жмёшь-то тогда, блядь? Ёбаный закрой рот, грустно? Сука, блядь. Закрой рот, слышь, чё ты нахуй распетушился, блядь? Закрой свой рот, блядь. Рот закрой свой, блядь. Чувак, это рэпчик. Жесть, нет? Токсично. Такой, блядь, ты заебал инсайз, блядь. Чё ты нахуй кричишь, блядь? Я не понимаю. Чё ты орёшь, блядь? Ребята, вот вы ругаетесь. Я ему яйца отрастил. Вы ругаетесь, это... Ты заебал, блядь. Ты заебал, блядь. Постоянно нахуй. Ты всю игру сейчас сидишь и кричишь только. Нахуй ты жмёшь, нахуй ты жмёшь, блядь. Ты сейчас сидишь, это печально. Я ничего не говорю, блядь. Это правда печально. Ты заебал, потому что инсайз, блядь. Как ребёнок. Ну угомонись уже, ёбаный рот. Он же уже извинился, ёбаный рот. Он не извинялся. Мема за 300. Идите нахуй. Да. Я нахуй даже ничего не услышал, блядь. Конечно, блядь. Потому что орёте, блядь, друг на друга. Вот не слышите ничего. Вы знаете, что обозначает три цвета на этом плане? Знаю. Белый значит элегантный. А красный это что значит? Это тот мем. Красный красивый что-то, блядь. Я не уверен. Синий, блядь. Блять, синий. Нет, если он одно угадал уже. Сейчас, ну, я просто спрашиваю. Не, попробуем сейчас, блять, синий. Смелость, если наверное, красный, блядь. Красный это значит красивый, синий значит. Ладно. А свежесть. Бля, ну кипарь у него реальность. Бля, свежесть это, конечно, мощно. Синий это летом свежесть. Летом в таком самое то ходить. Примерно во сколько это все произошло? Пол. Минут 5-10, 15. Пятого. Вроде громче делаешь, а так тихо все равно. Утро. А мне вообще тихо, пиздец. Я же сделаю на фулы, как с формулой обосремся. Бля, я думал, у меня сапка, блять. Я вообще смотрю, не ебаный рот, блять. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое. Но мы не знаем. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Охуеешь на треках, а я сейчас тише сделаю, блядь. Все. Русские треки за 100, я включил. Я, это не я, вы не выбирал. Закрой глаза, все постепенно. Ну, это группа, блядь, да. Это не Тед. Да, это грибы. Пари на Арсению, скажи, нахуй он уже жмёт вперёд себя. Не, ну я думал, Муня может ответить. Бля, ебать, ты душишь инсайз сейчас. Бля, инсайз, ты нахуй, ну, ты нахуй это продолжаешь делать? А нахуй я нажал? Инсайз, нахуй ты нажал, инсайз! Нахуй ты нажал, блядь! Нахуй ты, блядь, нажал! Так, закрой, твою музыка нас связала. Хорош. Это я тебя спародировал, друг. Спародировал ты. Спародировал, бля, я бы сказал, кого? Не буду. Такие слова говорить плохо. Ладно. Треки за 200. Я приду сквозь... Алла Пугачёва. От песни. О-о-о. Бля, ну просто это Алла Пугачёва. Не, просто. Ну там же написано, трек или исполнитель. А. Так это же Джокер, ебать. Ну, он сказал, что можно одно что там. Там вот автор назвал. Давай, Даня. Да, блядь. Цой. Да я, блядь, да, да, да. А я думаю, ты кто-то из новеньких. О, это глюкоза вроде бы, нет? Могу, к сожалению, это на фите глюкоза, значит, это не основной исполнитель. Как вот ты думаешь, мне тебя задушить за это или нет? У него много поинтов души, это я знаю полный ответ. Фит. Глюкоза, 3800, фит, 3800. Какой-нибудь Потап. Ну, слышно было только ее, как бы. А кто там, бля, я не помню. Но я помню, что там, там глюкоза. Там очень неожиданно. Как вы считаете, если глюкоза на фите, мы его душим или нет? Ну, просто мне слышно было только ее, блядь. Вот, не знаю, что. Это Ленинград с глюкозой.
Хорош. Ебать, что? Не слышал Ленинград. А я помнил только... А там еще и Стэй есть. Там и Стэй еще поет, охуеть. Да. Юрий Лоза. А Земля плоская? Ну, конечно. Да. Ты вот смотришь... Вы шарите? Там... Шарю, Юрий Лоза просто реально считает, что Земля плоская. Да, да. Все думают, что я помню пенис большой. Но это универсальская тема, мне кажется, нет? Я просто точно не знаю, что это. Нет, это старый. Голос знакомый. Да. Это вот он какой «Поезд в огне» пел песню. Этот поезд в огне, и нам некуда дальше бежать. Русские треки 500. Я тебя нарисовал, а как... Это Нэнси «Чистый лист». Жёстко, вот Сандэй. Нихуя себе, хорош, хорош. Хорош. Я помню белые... Кто это, блядь? Это бумбокс. Сука. Пейзажи. Поехали. Пейзаж. Так это Скайрим, ну. А, да. Блядь, только картинка появилась, уже графон отвечает. Чё за чё? Графон на секунду раньше появляется, проще. Да? Это возле Вайтрана. Может быть, но я только вижу... Живёт возле Вайтрана, сучара, блядь, прогружается всё. А ты думал... Давай мне. Опа, эта газировочка провалилась. Да, я вкусно покушал просто. Приятного аппетита. Спасибо. Так он уже покушал. Что? Нельзя желать субнаутика. Нельзя желать приятного аппетита, если он уже покушал. Бля, а чё ты такая мрачная? Есть субнаутика? Да, есть. Грибной биом. Ох, чамп. Грибной, ох, бля. Это Ghostwire Tokyo. Ого. Бля, ну как у меня? Ого. Да? Игра говно, да? Ну, я смотрел, я как у меня знакомый играл, ну, что-то непонятно. Я смотрел, что-то вообще такая шляпа, блядь. А можно картинку посмотреть? Нет. Да, секунду. А у графона не загрузил, да? Ой, блядь, как это называется, ёбаный в рот. Подожди. Бля, ну тут можно аж... Division. Да, ну не скажу. Я думал, это Homefront. Не, я знал, что это вторая часть, я думал, там какое-то подназвание есть. Это Assassin's Creed. Бля... Ну... Ты слышал, по-моему, Valheim, потом такой... Это, блядь, нет, это начало. Это Dishonored. О, зверзай его, блядь. Блядь, это Bioshock. Это Bioshock Infinite. Сука, ебать пыня. Он сказал, когда... Нет, когда ты говорил... Нет, слишком яркая и радужная картинка. Я увидел картинку только когда Сеня увидел, поэтому, ну, про то, что у кого грузится как. У меня тоже... Когда ответил, у меня не было картинки. А-а-а. Её не будет. А, это не оно. А что это, блядь? Да я хуй знаю. За что? Ты картинку уже видел, да? Алькор, ты не знаешь? Погоди, а чё это? Ай, блядь, так я не играю в Genshin, блядь! Зачем? Где жена играет? Знаете, это хуйню! Согласен, согласен. По факту проверку прошли, мужики, хорош. Алькору там на заднем плане под затыльник прилетел. Да я постоянно Маше говорю, зачем в Genshin играть. Низкий скил. Инсайз. Чего? Извини, что это макап играет. Извини, я был неправ, ладно. Молодцы, ребята. Кент с кнопкой, вы забирайте. Я-то думал, а где порно-актриса? С Гошей Аксименовым. Вон, аниме-персонажи. Аниме-персонажи, это не порно-актриса. Это просто ошибку там в слове сделали. Это залупа какая-то, блядь. О, реальные пушки, ебать. Реальные пушки за 400 хочу. Блядь, хуйня. Картинки, блядь. Аук. А, блядь, ну, блядь. А там еще слово, да? Там еще слово есть. А мне похуй, а мне похуй, он сказал. Мне тоже похуй, ебать, это ж не простой УК, это пистолет-пулемет, да? Это доктор Камень, ебать. Да это не доктор, это этот, как его? Блядь, зелеными волосами. Вот этого вонючка и назови там производителя, страну, блядь, модели, калибр. Да, хорош, без душки вот этот, сказал, блядь, автомат. Просто охуенно, просто охуенно. Сказал автомат, нахуй. И хуй поспоришь. А это, ну это Миринда, блядь. Я подумал, это почти сказал, да. Я думал, это Фантола, вот эта, которая какая-то замена, типа. Фантола это черноголовка, кстати. Она Фантола давно появилась, да. Она довольно вкусная. Я не брал, кстати. Неплохо. Это черноголовская тема. Это с
7-Up. Бля, я вчера был в магазине, у нас, короче, кола продавалась какая-то отживчика. Сакосодержащая. Я взял? Взял попробовать, короче, в первую секунду реально как кола, а потом вкус, ну, вообще не тот. Отживчика. Ну, в первую секунду реально, ну, такое, блядь. Mountain Dew. Лучший напиток вообще. Запрещен нахуй в 20 странах вроде своего состава. Помните, он без сахара как-то производился? Какой был кошмар просто. Параша такая жуткая. Вообще нереальная. Аниме по персонажу. Врата Штейна. Ну, наверное, много химии. Это ее зовут Врата Штейна? Нет, она Врата. Ее зовут Курису Макиса. У нее Врата, ну, типа, ну я понял. Да, у нее Врата, да. Ты какое-то название ролла какого-то продиктовал. Ну, давай сюда. Ты же не анимешник, подожди. Так это газировка. Так это газировка. Надеюсь... Я думаю, тяжелая будет. Доктор Пропер. Ой, бля, я знаю. Так это же легко. Это вкусная штука, кстати. Не сбивайте. Я не, у нас такой не продается, но я не знаю. Да как это? Он свежий такой, Арсюха. И посмотри, что там нарисованный еще. Нарисованный правильно. Лимонад, мужики, свежий. Ты не знаешь, короче, да? Так, ну почти угадал. Ну, Арсений сказал слово «фреш». Ну нет, не считаю. Ну, Джокер, давай. Джокер, давай не настолько. Не, ну Саня легко играет. Он сказал букву оттуда, блядь. Ну давай не настолько. Слово фреш он сказал, пацаны. Др. Джокер, так неинтересно. Давай, ну не так. Др он сказал. Сандей, по справедливости ты сам подсказал. Ну он же не сказал по итогу. А нет, пацаны, вы постоянно подсказываете, поэтому я буду засчитывать, как считаю. Тоник. Как перекликивать? Ну, ваш... Нет, тут не написано. Здесь Indian Tonic. Нет, Дима, название газировки скажи. Блять, ну тоники производят не Швепсы? Ну, бля... Швепс? Швепс. Да другие даже не знаю, блять. Не, да есть другие. Есть еще, да. Там еще охуенная реклама с леопардом была. Да, блять, сколько вот они стоят, никто никогда не брал, мне кажется. Ну, реальные пушки. Давай. Tech-9. А модель? А модель! А буковки, блядь! А серийный номер? А не... страна производителя компании. А там... Инсайз, а там не так, наверное, написано. Это вроде... Я не помню, это вроде или Германия, или... Не, подожди, подожди. Инсайз, там написано ТЭК, тире, две буквы и 9. Какие буквы? Две буквы, знаешь? Блядь? Ты уверен, да. Что там две буквы есть? Да, у меня так написано. Оу, Тетрагон, спасибо! Спасибо за 12. Блядь, ну да, я бы на самом деле задушил бы. Спасибо, родной. Реальные пушки за 200. Desert Eagle. Бля, у меня нахуй картинка только прогружается, уже кто-то нажимает. Вы чё, хуя, блядь, от этой ММС твоей ебаной. Я бы хотел с такой FRL поебашить, блядь, с дигла. Бля, я бы хотел, я не знаю, наверное, сколько. Что за аниме? Что, это же ангельский ритм. Не, ну я же говорю, что не только хотел бы с него, много скилл, но с него бы тоже хотел. Английский ритм, блядь. Вот это да, вот это здорово. Давайте газировочку. Ну да, газировочку надо добить. О, это так это же Фанта. Любимая моя. Любимая, блядь, сука. Фанта тоже охуенная. Фимозная малышка. Фанта тоже какое-то время была говновой. Да не знаю, всегда. Была, у нас продалась прям... Это Кока-Кола. У меня даже картинки нет. У меня тоже нет, но что еще могло быть? Он просто, блядь, предугадал 50-летнего там, да. Реальные пушки 400. Ну, это ВСС. А какой? Подожди, нет. Так, ты у нас ведущий или нет, блин? А чем ВСС ведущий? Блядь, ну это такая... Блядь, а почему не сделать ловушку? Ну, типа, сука. Выстрелить магазин... Я не могу персонажа за 1000. Не, спасибо. Нахуй я выбрал это, кстати, блядь? Нахуй я выбрал аниме? Смотри, что? Темный дворец? Нет. Это Хелсинг, пацаны. Мне кажется, я знаю этого чела, но я не помню, откуда я его знаю. Это Бакардос. Патриотизм. Патриотизм Мориарти, блядь. Это имя его нахуй или что это? Я не понимаю. Название аниме. Это его жизненная позиция. Это аниме по персонажу. Это название аниме. Ой, блядь, что это? Пулпап снайперка? Это, блядь, я там как бля, вот с такой бы я выстрелил бы нахуй. Блядь. Это с двух сторон магазина. Это, сука, DSR-50. Хорош. А ну. Ну это не она. DSR 50-го калибра. Блядь, на 110-ку больше похоже. Это DSR, как ты и сказал. Так, я тебя засчитаю. DSR-1. А там магазины с двух сторон, блядь, или что это за хуйня такая была?
Типа резервные, я так понял. Real Guns. О. Ой, блядь, ЛА 86. Нет, это... К сожалению, нет. Сука, как она... Это не КБУ, которая... Бля, это КБУ. Говнина ебучая, блядь. Как китайская хрень какая-то, да, наверное? Нет, Джокер? Это какой-нибудь тайп. Нет, это тайп. Не КБУ, извини. Ну это тайп какой-нибудь. КБУ, да? Нет? Как тайп 85 а, какой-нибудь. Ебать, КБЗ. А, блядь. Кубовская говнина, блядь. А, ну вот. А дыр засчитываешь, а кубе не засчитываешь, блядь. Так он букву просто. КБУ снайперка. Это разные пушки. Ну факт. Ну она-то букву назвала. М110. Нет, извини. Это М107. То есть букву я назвал мало, да? Что? Я понял. Так ты и не сказал, что это. Ты сказал. В смысле, блядь? А что я сказал? Ты сказал просто М110. Это Барретт. Ну, блядь, совершенно мой. Верно. 50 б. Блядь, боже мой, нахуй. Я тебя услышал, Джокер. Не, погоди, а это одно и то же, типа? Да, да. Но не сказал Барретт, блядь. Я против. Да-да, а что, надо нажимать, да или нет, блядь? Что верно надо нажимать? Да, пацаны, нахуй вы душитесь эти очки? Давайте, да, блядь, играть. Мы так пак, блядь, нахуй. Сука, детский, ну, а вы еще душитесь. Пиздец, блядь. Веселимся с ребятами, ну... Апелляция была отклонена. Выбирайте просто дальше. Я хочу, чтобы Инсайз не расстроился просто. Да похуй. Ну вот дай ему, ну, вот дай ему просто светом, он кайфанет, ебать. Пиздец. Вот Инсайз, вот кайфани, брат. Реальные пушки за 600. Сейчас минус 600. Сейчас кайфанет. Ебать, кайфура. Бля, ну это... Кайф. В этом есть в коде. Это не из... Это АК-5С? Нет, дам тебе еще один шанс. Так, мне кажется, я только в колде ее видел. Блядь... Есть такие ну, пистолеты известные. Она похожа на арму, ебать, RX, типа, может, какой-то. Да, это RX. Охуеть. Никогда в жизни, кроме как в колде. Он берета не сказал. Он берета же не сказал, да? Ну не сказал, да. Ну сейчас мы не будем его душить. Да ладно, играем. Что теперь выбирать? Все, основная хуйня стала. Не играл персонажа. Страны по силуэту, ребятки, год, сюда, блядь. О, блядь, страны по силуэту, это вещь. Давай, блядь, давай. Что заберет? Да, в суэ, я давно в хуйку не играл, блядь. Не игровые персонажи. О, блядь, нахуй. Ай, ебать, слава богу, не я. Блядь, а нужно кого, имя или игру? Это... Имя персонажа. Блядь, он 100% бухает водку, блядь. Блядь, ты что, шмельник. Если бы ты сказал полковник, я бы засчитал. Полковник. Да, полковник да. Жил на ферме. Муня, твои тысячи. Давай, давай. О, 1000 пошла. Страны по силуэту. Ух, ебать его в рот. Блять, это Корея. Южная. Да? А, ладно, отбой. Это предательство, нахуй. Я хотел сказать КНДР в последний момент. Я уже ждал, когда его срежут, блядь. Он сказал Корея. Вызывается министр. А если я нажму и скажу, это страна? Ведущего Джокера, блядь. Ну что это за хуйня вообще? Сколько тебе заплатил Сандей? Я бы сказал, что это Индонезия, но я боюсь. Это Куба. Куба. Либра. Давай, давай, тут тяжелые пока идут. Ебать, квадрат. Это знаешь что? Это Египет. Не-не-не, да? Это... Да-да. Серьезно? Нихера себе. Я думаю... Там граница ровная, охуеть. Блядь, ты, Анидзука. Так это доктор Пропер, ебаный рот. Просто, блядь, без облысения. Доктор, блядь, я знал, что он доктор, блядь, помойных наук. Это мистер Пропер, блядь, какая разница? Нахуй это не... Блядь, ну давайте, все. Ну, звони аниме. Бля, я не помню. Это Хантер, Хантер. Я забыл название, блядь. А ты шо? Да ты шо, у меня как у тебя эта хуйня, вот это, я забываю все. Страна по силуэту за 600. Мне врач ставил, тебе тоже ставил? Это Швеция. Нет. Сука, ну там просто вариант из трех. Это Италия же, нет? Нет. Блядь, ебателок. Так это Аргентина. А. Да. Там три варианта из трех пишется, блядь, да. Блять, ну, это неинтересно. Тю хуйня, ебать, да. Так оно первый раз писало или каждый раз? Каждый раз всегда писало. Нет, тогда не было. Только сейчас. Это только сейчас. Ну выбери, Дима, выбери. Там слева напишет. Вот сейчас есть это. Тю, бля, ебать, это нубло. Так это Япония. Это Япония. Молодец, Дима.
Это пизды сказал. Как реально интересно. Так это реально Япония, блядь. Сосать, Португалия, по-любому. Перу, Таиланд. Это? Так, Перу. Это нет, это Тай. Да. Первые три буквы он сказал, поэтому я засчитал. И... А это называли уже когда-то, была? Так Уругвай, наверное. Да, это Уругвай, скорее всего. Нет, нихуя. А чё, какие там еще были страны? Это Испания. А, блядь, да, там же куска Португалии не хватает. Вот я тупой. Ебать, я тупой! Ебать, я... Сука, тупой. Это не Казахстан? Нет. Бля, да, ребята, а, блядь, вот это... Смотрите, видите, вот, ебать, смотрите, городок я такой, я... видите, большой? Это же этот, Турция. Блядь, Турция, да, ебать. Я ебать, там городов не видел. Да. Так, можно персонажей? Не, давай еду, бля. Еда за 200. Бля, Казахстан похож, кстати, по форме. Кто нажал уже? Это хачапури. Да, реально, сплющило только, реально. Ну, просто сказать хачапури. Пиздец, он нажал, блядь, только потом... И после этого появляется картинка, да. А потому что он знает, он префайрит. Префайрит. Я пак делал, мужики, извините. Салат Цезарь. Ну, вот сейчас Арсюха нажал раньше. Ты мог просто сказать салат Арсений, я бы засчитал. Салат. Понял. А это борщ. Не, это... аниме. Это, блядь, Стальной алхимик. Бля, аниме вообще в паках лишнее, нахуй. Все, надо добить его. Это говорит человек, который хочет пушки и порно-актрис. Это кусок. Я хочу все, все остальное, кроме, один, блядь, кусок. Аниме. В чем проблема аниме, Гос? Он жестко его ненавидит, потому что когда-то в детстве. Да потому что на эти вопросы отвечают два человека, нахуй. Так а на пушке только ты бы отвечал. Чизкейк. Да схуяли. Чизкейк. 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 Мы ж не душили, мы ж не, типа не сидели такие, ой, блядь, оружие заебало. Картинку можно? Ты подумай о людях. Охуенно. Это драники. Жестко, да, пиздец. Ну, охуенно нажимает, блядь, до картинки, блядь. Я, сука, ливну сейчас. Чё с инетом, да? Я больше не буду нажимать. Да ладно, не, проблема, извините, просто, видимо, с серверов. Он угрожает ливом, пацаны. Ой, это прикольные штуки, кстати. Это, блядь, что-то пиздец. Это Арсений, тефтели. Что это? Тефтели с картошкой. Нет. Таких не бывает, мне кажется. Ну, они как-то, блядь, у них название такое. Это фалафель. Фалафель. Да. Вот на еду у нас два человека отвечают. Блядь, много башков. Они изнута вроде делают. Мясо. Ой, ну тут сложно. Это бефстроганов. Нихуя себе, он знает. А я думал, он только с пюрешки подает. Я просто, блядь, что-то... В смысле? Бефстроганов с пюрешкой. Да можно и с макаронами, блядь. Вам достается вопрос без риска. Вы заработаете... 900 рублей. 1600 очков. 15 пуговиц. А, ну это долма. Блин, это просто. Ну да. 1600. Я, кстати, думал, что она тут будет. Ебать, сам ты на первом месте. А ты ему нахуй засчитываешь Корею, блядь. Он же сказал Корея. Факт. Это паэлья. А что, типа, я должен душить тех, у кого много очков? Нет, всё, это он засчитал ему, а он ответил северно уже после даже. Это рис с морепродуктами. Да, после ответил. В чем проблема? Блядь, ну да, это рис с морепродуктами. А, ризотто. Ну да. Ага. Ну так и есть. Ну ризотто, это же макароны. Не-не-не. No. Имя неигрового персонажа. Ебу, кто это такая, блядь? Кто ты? Кто ты, Мишаня? Миша, ты префайром нажал? Ты в муте. Аня Мельник, блядь. Я в муте, сори. Я говорю, это из пятого Far Cry девка, но я не вспомню, как ее зовут, поэтому минусы меня, Саша. А фамилию засчитаешь? Я любое слово засчитаю. Ладно. Первое или второе? Любое. И фамилию, да, засчитаю? Это вроде сестра. Ну да, я, блядь. Вера. Ебать, так сит можно было сказать, реально. Ну, я, вы должны хоть что-то одно сказать, если там два слова. Опять без риска, мужики. Поздравляю, вопрос без риска. 1600 опять, вы сегодня везучий. У меня есть Геншин. Подсказка, Геншин. Я не буду ему подсказывать. Это Геншин Импакт. У нее есть Геншин. Это коллаборация с Илоном Маском. Ага, коллаборация. Вот это да. Они реально в честь нее... Жопы или как? В честь нее его сделали. Это... Бля, Шепард, ёбаный в рот. Рауч! Здесь я прикиньте, я забыл на секунду, блядь. Что написано было?
Там написано было? На форуме, наверное. Последний вопрос, блядь. Неигровой персонаж 400. О, это твой друг, а как его зовут? Блядь. Ну кто ж Киберпанк играл? А как его звали? Я забыл. Он этот мексиканец. Сандай, ты думаешь? А, блядь, я не ту кнопку. Джеки, Джеки это. Он нажал не ту кнопку и все равно ответил. Ну ебет. Не игровые за 400. Блядь. Это вишня. У него есть имя? Просто барон? Барон Суббота. Красный барон, ебать. Да, да. Ну красный это же кровь, правильно? А мог бы красный, и черешню засчитать. Это черешня да. была. Это Лестер Крест. Бля, да ебись. Ну, черешня же тоже красная, да? Да ты фамилию даже его знаешь. Охуеть, я тоже думаю, просто Лестер. У него фамилия, оказывается. Последний неигровой персонаж, Марио, как блядь, же думаете? По-любому. Это Сидорович. Что так долго грузит? Эй, мало, у меня картинки не грузят, можно я выйду? Я префайером сейчас свои дал. Твои ПТСы... Мадам, блядь, не знаю, нахуй, ведущий. Год аварии на Чернобыльской АЭС. 1986. Вопрос со ставкой, назовите год. Пиздос, я... блядь. Тот, кто знает историю, я не думаю, что это сложно. Чтобы года называть, помните. Давай, Сандей, ва-банк. Вот тут надо назвать точный год, за плюс-минус. У меня историю вела препод труда. Поэтому я пас. Блядь, что? Играет Арсений за 4700. Год образования СССР. Ох, ебать, блядь. Нихуя. Распад знаю. Гоша жил тогда? Нет. 1918? Я в СССР не жил. Очень близко, знаю. Но, к сожалению, нет. А ты после развала? Блядь, уже второй. Да. Он же в 91-м развалился, я в 92-м родился. Назовите год крещения Руси. 88. Сразу отыгрывается Арсений. Неплохо. Конечно, конечно. Назовите год. Год введения сухого закона в США. Очень близко к 1918. 1933. Нихуя. Я говорю, очень близко к 1918, а ты говоришь 33. Нет. 1919, наверное. 1917. Нет, там плюс. Блять. 1920. 1919. Нет, еще побольше немножко. Бля, реально 20-й, походу. 1921. 20-й, да. Поменьше немножко. 20-й, 20-й точно тыкайте. 1920-й, мужики. Да, совершенно верно. Бля. В 933-м он закончился, он 13 лет шел. Пиздец. Год отмены крепостного права. А плюс-минус можно? 1800, ну плюс-минус 5 давай. 1061. Хорош. Блядь, ебать, он сильно, как, да. Как орешки щелкает чисто. Сам отменял. Говорит, блядь, я нихуя себе преподаватель был хороший, ёпты. Годы Первой мировой войны. О, блядь, это... Так, 1900... Начало и конец. А, так, начало 1914 так. И, кажется, 1900... Так, давай подумаем по событиям. Время есть подумать? Ну, у тебя есть время. 1917 закончилось, в 17 году была революция. Все нормально. В 17-м. В 18-м. В 18-м закончилось. Хорош, хорош. В 17-м революция там в России вышла, типа, короче, нормально, все четко. Да, нормально, нормально. Начало княжения Рюрика. Ох, уж, 860. Это за 200, первый. Да? За 200, блядь. Ну, неплохо. Да, если бы да. Рекорд ответил, можно было бы поразминировать. Ну за 200 можно и поразминировать объективно. Да берите, берите. Да, давай, разминирую. Годы Второй мировой войны. 39 и 45. Да. Ебись оно конем. Тут прифарить надо было на самом деле. Да-да, я так и сделал. Музыка за 200. О, это... А, ну название трека. Eye of Tiger. Либо начал вспоминать исполнителя, а потом тоже, блядь, за графон сказал, что мы... Вы либо называете исполнителя, либо название трека. А, ну это Never да. Gonna Give You Up. Big Ace. Ой, не то тыкнул, ну похуй. Нирвана. Ты вообще норм? Я, блядь, даже звук там просто не было услышал. Звука, да. Ну, у меня было тудун, у меня там тудун, ну, блядь, да, этого да, достаточно. Да, тудун, который уж... был, ну это да. Музыка за 600. О, это... Это... Маньяк. Да, хорош.
Ебать, ебёте, пацаны. Из Мэньяк. Мэньяк. Музыка за 400. А, не, не та, сори. А можно было группу, да, назвать? Ну да. Конечно, можно. А, блядь, ладно. Вопрос секретом, нужно отдать. Да что за хуйня? Арсений хочет больше всех. Меньше всех, нахуй. Играет Арсений за 800. Ладно, ладно, ладно. Чел, ты же устраняет конкурентов. Авторские права летят. У тебя 22-й в году нет второй дорожки? У меня нет, у меня второй комп. Блять, ну что это, на ноги нету, наверное. БТС, блять. БТС. Круто. Здорово, за 800. Блин, ну залупа, все, вырубай нахуй. Вырубайся сама, успокойся. Да с ТикТока, блядь. Dance Monkey, Dance Monkey, Dance Monkey. О, тише. Музыканты по голосу. Не все просто. Знали, но не все. Ну, знали, кто там со мной непосредственно работает. Непосредственно заливал его на iTunes, там всей этой хуйней занимался. Те, конечно, мы... Сколько? Мы были полтора суток на газе, то есть мы мастерили. Если Сандэ не ответит, я охуею. На газе. Это скриптонит. Кизяка? Или скриптонит? Да. Он так разговаривает? Охуеть. Я песню просто слышал. Приехал в Нью-Йорк, первое, что меня поразило, это насколько киношная картинка за окном. Ну, то есть все эти элементы поп-культуры, которые долгое время Голливудом забиваются в сознание огромного количества людей, когда ты их видишь в реальной жизни. Лучший исполнитель России. Не знаю. Как когда-то знаменитость. По версии Слава КПСС 2021 года. Блять, если лучший исполнитель по версии Джокера, это Noize MC, блять. По версии Слава КПСС, а не Джокера. Музыканта за 400. Не знаю. Это всегда радость и всегда осознание того, что то, что происходит сейчас, уже может не произойти завтра. Узнать, это вообще из вот этой новой школы, походу, кто-то. И... Это ребенок. Это всегда мотивировало. А какая первая буква? Чем-то еще и мотивирует по сегодняшнему. Т. Блять. Первая буква Т. Тифест. И потом тире идет. Трувер. Тифест. Ну, Тифест. Ну, Тифест. Да? Блять, Димас, иди нахуй, ты мне должен, знаешь, что это? Так чел, ты кнопку забывай. У тебя же. Почитай свое имя, блять. Кент с кнопкой. Где твоя кнопка, Кент? Ты, блядь, должен мне уже 600 ПТС. Где твоя кнопка? Которые были. Многих уже просто нет таких ресторанов. Бля, я попробую. Самая. Лепс? Хуя, хорош. Жестко. Хорош вообще. Сильно. Музыканты за 800. Сейчас уже нет. Сейчас стили очень смешались. В современной музыке чистых жанров не осталось. Блядь, не... Это ёлка? Нет. Ну да, конечно. Я попробую. Зиверт? Нет, это не Зиверт. Я имею в виду, что... Но Зиверт, по-моему, с ней тусуется. Земфира. Эмоционально, я думал, что это Лолита Милявская, но... Да, то пускай будет Земфира. Спасибо, Сандэй. Да, я думал, ёлка или Земфира. Я тебе что-нибудь должен, Сандэй? Нет. Ну, во, хороший парень. Замечательные вот эти вот кресла в пузырях. Ну, просто вот от них я не мог отказаться. Это, кстати, самые неудобные в мире кресла, но самые красивые, на мой взгляд. То есть, блядь, Егор Крид ты здесь, в общем-то. Ты не знаешь? Сидишь. Сколько на тебе лет, блядь? В пузырях. То есть, с точки зрения комфорта, это, конечно. Подожди, это Тимати? Ну, конечно. Ебать. Видимо, я просто хз. Я, видимо, не старался запоминать голоса их в принципе. Одно время очень сильно меня загоняли комментарии. Это Дора. Да. Это ты не мог не знать, блядь. После работы со всем заводом слушаем. Очень много думаю об ответственности перед детишками, которые меня смотрят. Это мне определенным образом связывает руки. Ну и перед бабушкой с дедушкой стыдно. Это этот? Нет, это Слава Беброу, блядь. Да, да, это он. О, Беброу, неправильно сказал. Он когда вот вздох сделал, вот по голосу можно понять было. Кто это? Это... Планктон! Блять.
300. Ну, злодей, ебать его, копать. Злодей за 200. Блять, а у меня из головы Шенму. Это... У меня из головы вылетело, блять, кунг-фу. Нет, это не Шенму. Это кунг-фу тигр. Блять, брат, Сандай, это Тайлун, как-то Тайлунг, что-то такое. О, вау. Это не Шенму, Алькор. Ну, Тайлунг, похоже, согласись. Похоже, да. О, это шрам. Вот лицо, на самом деле, у Инсайза такое, как у него. Похож, кстати, похож. Злодей Мульфенер за 400. Охуенно. Картинку можно? Стервелла, или как там я? Спасибо за картинку после нажатия кнопки, блядь. Ладно, я, чтобы не душился Инсайз... Да мне похуй, блядь, хватит нахуй. А то он ливнет еще. Паузу сейчас поставим. Я ливну нахуй. Я ливну нахуй. Паузу поставим. Прогрузится картинка у людей. Это из Чип и Дейла, как его звали, блядь. Крысокот. Мяурицо, блядь. Жмай. Это котокрыс. Мяуфиози. Толстопуз. Толстопузик. Злодей мультфильмов. Кто же это может быть? Блять, а это из Самурая Джека. Это из Самурая Джека. Это, блядь, зовут его. Как его звали? Дьявол, может быть. Не, у него прикольное имя такое. Аку. Аку. Точно. Аку. А этого как звали, блять? Блять, а как же его звали? Этого звали... Аладдин, из Аладдина, а этого звали... А! Блять. Я вспомнил. Универс? Универс? Джафар, Джафар, блять. Ах ты, сука, я тоже только вспомнил, блять. Я даже не смог вспомнить, блять, имя попугая ебучего, блять. А тебе не нужно было имя попугая вспоминать? Так я просто этого тут тоже не знал. На М, да, Джекер? На У. А, блядь, она. Урсула? Да. О, да, точно. Мое имя, нахуй. Так, вроде у всех плюс, мы разыграли вопросы. Третий раунд еще. Третий раунд еще. И потом уже финал, потом финал, да. Сейчас будет универс выбирать тему, или нет, или Сёмка, Сёмка будет. Приятно. Тема раунда. Скипнули, Сёмка выбирает. Да, я выбираю. По постеру, Let's go. Хуйня какая-то. Столица стран, 1200. Новая Зеландия. Блять. Как же, сука, я ж там воевал, я ж там воевал, блять, я ж там воевал, сука. Оуксленд, Оуксвиль. Крикьявик? Нет. Блять. Веллингтон, ебаный урод. А ты за Европу, да, в основном? Это же мясо такое, не знаю, что вы говорите, блять. Я за Австралию играл. Буэнос-Айрес. Столица Португалии. Там слева вопрос написан, столица типа чего? Я понял, Стинтант. Турция, вон. Столица Турции, Анкара. Разве? Его, кстати. А вы справа смотрите, думал, да, там написано? Какой-нибудь, блядь. Нет, нет, я просто... Я готов. Всегда готов. Я готов. Ну, давай, давай, ладно. Сёмка за 600 играет. Вашингтон. Да, слева же пишут, вот столица США. Они уже Нью-Йорк сделают, сучары. Столица Болгарии. Нахуя нажал, блядь? София? А нахуя они картинки вставляют, если слева вопрос пишется? Что, что за гений? Ну, узнать по картинке. Столица Казахстана. Нур-Султан. Ебать, ну, киберпанк там нахуй растет. Блядь, ловушка ебучая. Нур-Султан, блядь. Столица Японии. Ну там картинки okay. Реально походу по 50 мегабайт картинки. Опа. Бля, Гонконг это вообще не в Японии, да? Это... Ну, Китай. Китай, по-моему, да. Китай, Китай, да. Но это и не столица Китая, правильно? Нет. Ну да. Арсюха, теперь карты игр. И Шанхай тоже не столица Китая. Давай карты игр. А вот авторы произведений. Ебать. Джордж Оруэлл. Тот только недавно, вот неделю назад закончил. И чё, как стоит? Да, ну такая грустненькая, конечно. Ну, Оруэлл, антиутопия. Сеня... Что ты еще ждал? Сеня Банк. Арсюха Карину позвал. Я? Не. Да похуй, я проебу поинты, не проебу, зато отвечу. А вы будете сидеть, смотреть. Ну, слушай, а... Сандей Вабанк, Сандей Вабанк, Сандей. Хорош.
Теперь Арсений будет сидеть и смотреть. Рэй Брэдсбери. Брэдсбери. Брэдбери. Молодец. Что вообще нахуй делает Брэдбери? Давно въебали, блядь, это так-то охуенно. Пацанчики реально книжки читают, пока мы с ним тут сидим, блядь. Вот это хз. А что у них все обложки одинаковые? Что это за хуйня, блядь? Это антиутопия. Паулу Каэлья. Ебёт сэндэйчик, блядь. Понятно, да и самое начитанное. Можно скипнуть тут... этап этот раунд, нахуй, в принципе. Тоже не нравится, да? Ну дай ты людям подышать умным. Чё ты пристал? Ладно. А чё он, сука, свои книги прочитал, блядь, и отвечает на вопросы, а? А я не... Вот там... я не читал. Ну вот, да, да. Александр надо было читать. Пушкин. Нет. Ебать, Скоромуш, ты уже залил на канал. Ебать, ты быстрый. А своя игра тоже так будет? Нет. Блядь, я перепутал, сука. Цири кто написал? Да Лермонтов это, ёпта. Факт. Перепутал, блядь, с Онегиным. О, Евгений Онегин. Александр Сергеевич Пушкин, блядь. Тут Пушкин был, он на фотке, блядь, сам был. А я думал, Онегин Онегина написал. Да, так и было. Лев Николаевич Толстой. О, спасибо за 500. Спасибо за донат. Заранее кликнул, потому что низкие поинты. Бренды техники 1200. Что это за те? Зови. Откуда он знает? Давайте скипнем эту тему. Что Инсайз знает? Это вибраторы просто. Инсайз знает. О, это кугары. Это правда. Так Зови мышка. Кресло нормальное. У меня стул хороший, да. Кресло нормальное. За 30 тысяч раньше. Ну, Корсары. Сколько запка стоит? Блин, посмотри. Блин, я боюсь раньше. Зависит от региона. Нормально. Так я вовремя нажимаю, у меня прогрузится. Так раньше подгрузится просто. А вот так вот ни у кого раньше не прогрузится. Ай, Джокер. Это Horizon. Нет. Нет? Я думаю, это какой-то... Том Клэнси. Да, вот похож, мы как будто играли, блядь. Том Клэнси, Far Cry по одной этой. А мне кажется, где вчетвером вот Том Клэнси вот этот вот. Ну, Вайлдс, это как раз Вайлдс. Зачищать. Да, Вайлдс, правильно. 100 мегабайт карты. Игра PUBG. А карта могу даже... блядь, карту подумать можно было. Вивенди, Викенди что-то так называется, кстати. Блядь, это 900 нахуй стоит, блядь. Ну, я не знал. Легче. О, это Forza Horizon. Бля. Так, ну... Давайте карты и бренды техники тоже, в принципе, норм. Согласен. Вы, чатик, тоже залетайте на... Это Division. Видосик новый, свежий. Комментарии пишите, там, чтобы YouTube его... Ебашил, рекомендовал всем, говорил, смотрите, все смотрят, ты смотри. Это вы, именно вы это делаете, продвигаете мой канал. Не, вторая, да, давно вышла. Года именно два, наверное, из-за вас. Это что на звание игры? Это все происходит, а не из-за меня. Division 2 вышла? Охуеть. Да вряд ли у тебя 5 баксов стоит, ты же не USA. Название фирмы. Puma. У меня не грузится. У меня тоже до сих пор нет. То же самое. Короче, давайте так. Джокер, описывай. Это чела, короче, делали наушники за 1500. Но, сука, всегда левое ухо ломалось. Наушники хорошие такие, белые. Серьез, господи. Можно было просто... Нет, если бы картинка не появилась, я бы сказал Xiaomi, блядь. А я бы сказал блуди какой-нибудь. Xiaomi не ломаются, что ты начинаешь? Да, ну так себе начинает работать, блядь, anyway. Ну, я про беспроводные говорю, не знаю, как про остальные. Да, у меня все заебись было. Да, ну у меня просто не старенькие уже. А ну вот, вспомнили... И кто? Запрефайрили после паузы, да? Я же, ну ты сломал. Да, бля, а вот это бляди. Бляди, блин. А вот это ловушка, ты попался в ловушку Джошкера. После паузы тыкнул, а там еще не прогрузился этот. А, Инсайз нажал, смотрите. Опа! Нажал? Вы я вижу, как вы нажимаете. Уже третий раз. О, это ты изи. Дима, скажи правильно. Logitech. Я не знаю, как правильно. Ребята, тут такая тема, что сразу-то нажимать нельзя, тут нет префайров. Тут типа должна прогрузиться белая полоска чуть-чуть совсем, чтобы ответить. Да нет, всегда можно нажать. Да паузы хуйня, блядь, паузы полнейшая. Паузы, мы 10 раз дольше игра становится, блядь. Ну это же Razer, блядь.
Я согласен, что пауза была. У меня иногда музыка вообще не загружалась, блядь, но я ж сидел. Это несправедливо будет, если у Джокер, не загрузится, Джокер, а вас загрузится. Джокер, но... сегодня такой, шо, типа, шо поделать? Спам весь день, у меня же башка вопит, блядь. Согласен. Ну что, Амонкаст соберем тогда? Я прям уже плаваю, блядь, сижу. Это сталкер. Меня сбили с толку вот эти точки красные полосочки, блядь. Я смотрю, там что-то хуйня. GTA 5 будет сейчас. Ух, блядь. Вот я, смотрите, я тыкнул, а эта карта на самом деле это карта... Мы играли в эту тему. Разве нет? Нет, это не Thunder Tier 1. Это... А, не, да? Ну, это колда какая-то, блядь. Пускай будет какая-то колда. Это Call of Duty? Нет? Ну, похоже, кстати, на карту колды. Это русская игра, народная наша. Я в чате увидел. Пиздец на колду похоже, я даже карту помню. Там туннельчик был. Но вот карта похожа, но не она, если честно. Прям очень похожа. Сопримечательности мира, 1200. Самый дорогой. У меня даже не прокрутилось. Петра, это в такси такая девочка была. Да, кстати, факт. Ого. Стоунхендж? Тоже это за 900. Стоунхендж за 900, это, конечно, сильно, да. Блять. 5 на 5 в колду, кстати. Вот в колду, блядь, погнали в промод, блядь. Блять, Димас, реально, МВ2, а? На бомбе. Да, МВ1. МВ1 на промоде, который игрался раньше. МВ1 просто труднее достать ключ сейчас, мне кажется. Который хардкор. А у меня диск в Севастополе лежит. Блять, у меня где-то скриншот должен быть с ключом моего диска из Ангарска, но... Бля, я помню, его заказывал. Арсений играет ва-банк. Дима пас. Графон пас. Сандей пас. Алькор пас. Арсений за 5400. А, ну, кстати, МВ 19 года у всех есть, правда. Блять, Тадж Махал. Красиво. Тут для школьников вопрос, конечно. Да, да. Так, а что-то да стесняется. Это, да это, блять. Average Civo Enjoyer, блять. Что такое? Улица какая-то? Так это Нью-Йорк, ёбаный. Это город, да, Таймс-сквер, да. Таймс-сквер, блядь. Так а что, город? Что, здание МП? Манхэттен, ёпта. А Манхэттен достопримечательность. Да, центр, получается центр так. Нью-Йорка. О, нихуя. Я не знал. Я там был, это великая китайская стена. Хорошо, что ты сказал великая. Ну, она действительно большая. Чел, она такая здоровая, блядь, пиздец просто. Просто, когда он говорит великая, он уважает китайский народ. Это правильно. Это добрее. О, этот был. Да это же статуя свободы, бля. Большая? Свобили. Большая, у меня даже фоточка. Меня были, банит да. Страна, в которой стоит статуя свободы. Жесть. Эльфилева башня. Слова великого. Охуенно. Вот корова. Нет. Сука. Найс трай. Блядь. Большой Бен. Ну, Биг Бен. Биг Бен был настолько большой, что даже не грузился, блядь. Биг Бен 4К. Сука. О, Миша, ебаш. Да у меня грузились бы картинки, ну что Мстюны. Это? Стюны. А вот если б я ставил паузы, да, они бы у тебя грузились. Да. Тут они всем прогружают? У нет, у тебя может раньше тут прогрузиться. Паузы-то тоже не одновременно охуенно, снимаются. Блядь, уже отвечает, понял? Да нормально, это серваки лагают свои игры просто. Да картинки просто не сжат. Тяжелый очень, да. О, неужели? Форсаж 7, блядь. На-на-на-на-на. Почему ты знаешь, что именно 7? Откуда ты знаешь? Там 7 человек. Последнее дело. Да, это одно из предпоследних. Это мой последний заезд. Один из предпоследних заездов. Я назад не вернусь. Грань будущего? Блядь. Бля, пиздатый фильм, кстати. А что ты хотел сказать? Я почему-то подумал, что это не она в последние секунды. О, этот начало. Инсепшн. Yes. 10 тысяч получает графон. И конец, блядь. The end. Прямо игроку приготовиться. Блядь, если на... блядь, вопросы, мало того, не грузятся, так еще такие вопросы, блядь, за 900. Ну, ебанутые, что ли? Ебать. Это... Ебать. Ну это перевозчик же. Нет. Это перевозчик. Это телохранитель, блядь. Блядь. Адреналин. Адреналин, да. Да он нахуй везде одинаковый этот. Механик, это механик. Синоедом этот, блядь. Перевозчик адреналин. А, это бескомпромисс. Опа. Это... Пошел нахуй. Это мой последний фильм, но один... Ну я не буду юзать. Не души инсайза, не души его. Это будет Перевозчик 2.
Он не ответил! Он не ответил! Я поторопился, сука. Кстати, Сандэй Инсайс не мог уже отвечать, так что... Охуенный фильм, кстати. О, класс. Геншин говно. Блять. Это не Геншин Импакт. Это не Геншин Импакт. Понятно, нахуй. Да и Геншин Импакт, ебаный. Это не Геншин Импакт. Реально какие-то. Это мифология. Да ебаный Геншин Импакт, блядь. Сатир. Нет. Нет, это злой какой-то. Это не сатир. Это злой сатир. Это черт получается. Это сатиры черт. Не такие злые, на флейтах не играют. Это фавн. Пиздец, нахуй есть, блядь. Фан. Стромный, блядь. Ладно. Василиск. Да нет, какой это Василиск? А в прошлом паке Василиск был другой, Василиск кстати. Был другой совершенно, это факт. Василиски всегда разные, как будто бы. Охуенно. Можно картинку посмотреть? Охуеть, да. Ну, что, ты видел уже? У меня палец на мышку упал случайно. Я сам не видел картинку. Это гидра. Пустили гидру, блядь. Палец на мышку упал. На самом деле, блядь, палец идеально в тайминг упал. Палец, конечно, у тебя упал. Жесть, пальцепад какой-то. У него, блядь, в доте так же было. Наступаешь. Блядь. Бля, ну да. А если я припаяром нажму, у меня картинка загрузится? Потом загрузится. Да, загрузится, загрузится, загрузится. Если... Нажимай. О, это графон. Это графон. Нет, это графон. Не засчитывай. Так, ну чё, мужики, префайрим, блядь, мифические 300. Мифология за 1200. Греческая мифология богини правосудия. Титанитов, та-та-та-та-та. Богини правосудия. Ебать нормально, бля, ну тут весы, ну у нас в суде такая, в русском суде богиня. Ну не Афина же. Бля, я вот даже не знаю, Мефида или как ее нахуй там, Фемида, Мефида. Хуй с ним. Неплохо. Да я честно, блядь, ну типа он как сказал про русский суд, я так и понял, но я не знал как ее точно, Мефида, Фемида. Какой труд Фемида называть Сифозовым? Сизифовым. Сифозный труп. Так, слушай, верно, вот он ответил, слушайте верный ответ. Судьи мертвых приговорили Сизифа катить огромную каменную глобу на самый верх горы, а затем спускать ее по противоположному склону. Однако Сизифу никогда не удавалось достичь вершины. При приближении к ней камень своим весом опрокидывал его и скатывался вниз. По телу Сизифа непрестанно лил пот, а над головой купились облако пыли. Он должен был начинать все сначала, отсюда и появились выражения Сизифов труд. Это круто, спасибо. Сифозный труп. Сифозный труд, да, это, конечно, сильно. Сифозный труд. Мифическое существо. Это энд, тренд. Тренд, ребята. Тренд, пятерка смотрит, как тебя пиздит, блядь. Гестия, это богиня. Огня. Пожара. Гестия. Богиня мифологии в древнегреческой. Пусть будет... Как сказать-то... Да гори как есть. Гори как есть, ну, натуре. Не въёбывайся. Как это, богиня домашнего очага, богиня дома. Да, горит у него нахуй всё. Хуя себе ты умеешь, блядь. Да, у меня мифологию моя любимая учительница. Тоже трудовик, да, преподавал? Нет, наоборот, нравится. Царство мёртвых, древнегреческая мифология. Ой, бля. Ну, Тартар? Какой тартар, блядь? Такой, тартар, древнегреческая мифология, это глубочайшая бездна, находящаяся под царством правильного ладно, ответа. Хорошо. Куда после Тутанхамония Зевс низверхал Кронос и Титанов, и где их стерли старухи исполины. Подземелье. То есть ответ неправильный. Ага. А разве само это место Аиты не называется? Да, так и называется. Жёстко. А тартар это куда у этого самого главного прародителя богов разъебали? По-моему. Я готов. Готов? Ай, держи. Конечно. Сколько подвигов совершил Геракл? 12. 13. Да, больше, конфеты там были охуенные. Там ему половину не засчитали, блядь. Бог неба, грома и молнии. Зевс. Он в доте есть еще. Блядь. А знаете? А кто тогда за 300 будет или что? Геракл сам, походу. Богиня красоты. Афродита. А вы знаете... Тяжелее, чем Зевс. Вы знаете бог дверей? Кто? Кто? Янус. А что не Анус? Класс.
Джокер. Это Роза Троянда. А как тебе сейчас сказать? Розовая роза. Да, вопросы, конечно, ёбнешься. Василёк. Есть песня? Так это... Нет, Василёк, есть песня такая. Да, Василёк. Моя... Лаванда. Горная. Горная. Лаванда. Лаванда меня подставила, сучка. А это... Гвоздика. Жёсткий. На а это ответ гвоздика. Могу... Хризантема. Нет. А не пион? Это астра. Бля, мужики, когда собственный огород будет? Когда флористы, бля, флористы пиздец вообще. Да, все цветы знают. Давай, Сандей, ва-банк. Поехали. Играет Сандей за 25 тысяч. Без подсказок. Это фиалка. Да, бля... Нет. Это нет. Не... На нахуй. Я ее на даче с собой. Провалился. Он провалился. Я маме дарил орхидеи. Я вот не зассал, мужики. Фиалка маленькая. Стрёмно, у них пипирка осталась. Очки дать, а то он не попадет в финал. Тюльпан. Да, давайте на последний Сэндэй ответить, чтобы у него очки были. Давайте, а если он не ответит на последний? Да я наебался, даю дали очки. Спасибо. Ромашка. Здесь у меня не было картинки. Нормальный инсайт. Так половина играет. Разыграны все вопросы. Все, я больше все не играю. Пизду. Начинаем финал. Не понравилось? Нет. Да мы так все время играем. Не видишь, блядь, вопрос. О, ты с Максоном еще не играл, блядь. Он префайром отвечает. Ты хотя бы видишь картинки быстро. Так, так, так. Бля, давайте пейзажи игры посмотрим. Тима, убирай. А я убираю. Так, я убираю. А я бы столицу оставил. Блядь. Я бы столицу, да. Вы выбирайте, выбирайте, что хотите. Нахуй. Какая это? Столица, блядь? А вы столицу чё? Хотите оставить? Не, какая да. Столица, нахуй, вы чё? Я бы оставил столицу. А ты Эль Корша хочешь оставить? Я, да, блядь, мифическое существо. Забирайте, что вам не нравится. Заебись. Урод, блядь. Что за уебанство? Бля, урод, чё блядь, смотрим? Что? Не надо было делать. Чё ты обзываешь Сандея? Он просто убрал тему, которая ему не нравится. Я не Сандея. Кто не нравится, убирай. Ладно. Так, блядь, цветки а я нахуй. Я чё не выбираю, блядь? Сейчас будешь, сейчас будешь. Неужели? Чё тут есть? Мифическое существо. Коктейли, нахуй. Да, мифическое существо тяжело, блядь. Пожалуйста, уберите пейзаж, блядь. Пейзаж уберите, нахуй. Давай так, музыку уберите, уберите музыку. Нахуй пейзаж. Хорош, 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 мужики. Оставляем еду. Хорош, блядь. Хорош, блядь. Хорош. Надо было оставлять, потому что стоит. Делайте ваши ставки, ребята. Пацаны, не сыты, сейчас не сильно ебут за DMC. Жёстко, да. Сейчас не сильно ебут фраг. Там гона, take my horse. Всё, тихо. Это, короче, драконы. У меня все, всем пока. Это мусорская песня, которая была в трейлере этих, блядь, Call of Duty. Тут автор или название трека? Очень сложный ответ для финала. Ну, автору-то легко, а как же он... Ты можешь назвать автора и выиграешь. Да, там все знают дракона. Ну, сегодня мы поняли, почему Инсас не играет игроком. И ты. Я бы играл точно так же. Да нет, по факту, типа, Сиви сломаны из-за того, что у некоторых раньше грузится, чем у других. Да, поэтому я ставил паузу, а вы почему-то их не... Ну, с паузами игра становится затянута. Да, все равно ты нажимает первый рандомно. Драконс я вообще не ебу на самом деле. Круто. Это вот такой это ответ официальный? Ты неправильно написал Драконс. Да, да, считаю. Неправильно. В смысле? Ну, драконы же. Imagine Dragons, правильно написал. Так там же на английском надо. У тебя на английском ответ? Сам, блядь, на русском написал, что Джек не доебался. Драконы я ебал. Драконы я ебал. Драконы на русском написал, да. Хорош. А, он написал, я не знаю, я тоже не знаю. Что это так называется? Бля, могли бы столицу отгадывать сейчас? Да, это прям. Ну, столицу. Или еду хотя бы. Вы к сожалению, нет. Универсом знаете. Ладно. Я просто решил название трека, а не название группы. Я попробовал. Ну, ты название трека не угадал, к сожалению.
А вот графа написал правильно. А трек, так, трек как называется, да? Да. Антошори, да, жестко. The son of a stepmother. И друг ведущего тоже такое правильно написал. Да, она была просто в трейлере колды какой-то. Арсений выиграл, потому что поставил не все очки. Или все. Да, выиграл, молодец. Соси, Джокер.